Парламент Таджикистана одобрил существенные поправки к Конституции страны. Они предусматривают официальное закрепление в республике президентской формы правления. В прежней редакции основного закона оно прописано не было. А нынешний глава государства Эмомали Рахмон теперь теоретически может остаться президентом пожизненно. Поправки снимают ограничения, которые не позволяло ему занимать этот пост более 2 сроков подряд. Эмомали Рахмон находится у власти 21 год. За это время поправки в Конституцию вносили уже 2, в результате чего срок нынешних полномочий таджикского лидера истекает в 2020-м.